Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите, как всегда, кулинарную пропаганду. Сегодня у нас хоть и небольшой ветерок, но все равно как-то очень влажно, душно, и на улице тяжело находиться. Поэтому я постараюсь побыстрее все снять и убежать скорее в кондиционерное помещение. Вы замечали, что для того, чтобы получить действительно вкусное блюдо, нужно потратить либо много сил, либо сил значительно меньше, но значительно больше времени. Я, как вы уже заметили, предпочитаю как раз второй вариант. И в приготовлении блюд по этому второму варианту мне помогает вот этот чудо-агрегат. Постоянные зрители канала уже видели его в двух роликах. Кому интересны подробности, посмотрите в плейлисте «Блюдо на гриле». Вчера я в магазине обнаружил потрясающий кусок говяжьего бока. Смотрите, какая красота. Вы же знаете, что самое вкусное мясо растет на костях. А здесь этого самого мяса много. Поэтому сегодня будет пир мясоеда. Такому мясу, по большому счету, вообще почти ничего не нужно. Я слегка полью его растительным маслом, оливковым, холодного отжима. Посолю щедро. И добавлю черного, только что смолотого перца ароматного. И старательно все разотру. Масло нужно для того, чтобы перец более равномерно пропитал все. Ну, вы знаете, что ароматические вещества в большинстве своем жирорастворимы. Вот так. Красота. Выдерживать мясо в масляном маринаде не обязательно, потому что готовиться оно будет долго, часов 6. И за это время все прекрасно пропитается. Так, для тех, кто не знаком с этой конструкцией. Это гриль-камера большого объема. Здесь в основании колосниковая решетка и три поддувала. Сюда устанавливается специальное кольцо, которое отделяет уголь от стенок. Так как в кольце есть отверстие, то уголь горит более равномерно, а корпус, соответственно, меньше нагревается. Чтобы как можно меньше следить за процессом приготовления, я выложил уголь, а вернее угольные брикеты, вот такой вот змеей. Пламя будет медленно распространяться по этой змее, одновременно будет гореть только небольшая часть угля, и температура не будет высокой. Ладно, хватит болтать, давайте уже начинать. Все достоинства этого чудо-стартера я вам уже неоднократно расписывал, поэтому повторяться не буду. Разожженные угли положу сюда. Отлично. Продолжим. Устанавливаю среднюю часть. А эту чашу надо заполнить водой. Вода послужит своеобразным тепловым аккумулятором и, во-первых, не даст подняться температуре выше, чем надо, а во-вторых, обеспечит достаточную влажность в камере и, соответственно, предохранит мясо от пересыхания. Ну, вот так. А теперь сюда отправляется решетка с мясом. Вот так вот. Часика через 4 можно будет через вот это отверстие провести тросик с щупом термометра и контролировать температуру мяса. Закрываю крышкой. Приоткрываю, ну, где-то до середины, наверное, отверстие для обеспечивания постоянного потока воздуха, иначе угли погаснут. И все, ждем. Итак, прошло 4 часа. Температура под куполом все это время колебалась в районе 85-95 градусов. Температура внутри куска на данный момент составляет 62 градуса. Я воспользовался термометром. И я хочу немного подкоптить мясо. Я не являюсь великим спецом в копчении, однако все, что я читал о копчении, говорит вся литература, что в камере для копчения должно быть сухо. Вебер в своей книге настаивает на том, что копчение должно проходить в этом агрегате вместе с чашей для воды. Я не хочу так делать и даже пробовать так не буду. Просто сейчас вытащу чашу и воспользуюсь для копчения щепой. Обычно я копчу на ольхе, но сегодня хочу попробовать вот этот замечательный пакет, тоже веберовский. Это яблоко. Яблоко вообще, по слухам, дает более такой сладкий дым. И мне кажется, для такого куска мяса, большого, с большим количеством перца, вот эта вот сладость дымовая должна быть, наверное, неплохо. Ну, давайте попробуем. Thank you.
Итак, долгожданный момент. С начала процесса прогрева куска мяса прошло 7 часов. Температура в центре куска 72 градуса. Последние 3 часа копчение шло при высокой температуре. Температура была 85, даже 90 градусов доходила. Щепки положил немного, поэтому дым шел где-то, наверное, в течение 1,5 часов из всего этого времени. И сейчас надо смотреть, что же там внутри. Я надеюсь, что под слоем мяса есть вот это классическое дымное кольцо, то есть красный слой. Давайте смотреть, что получилось. Так, ну, вот этот кусочек попробуем. Дайте вегетарианцу или даже вегану такой кусок мяса, и он забудет про свою религию. Это фантастика. Просто сказка. Нежнейшее мясо. С легким ароматом дымка. Остринка перца. Сочность, ну сочность вы видите, он все истекает просто соком. Фантастика. И главное, я фактически не прилагал к приготовлению этого мяса никаких усилий. Оставил это дело на 4 часа, потом подошел, забросил еще щепок, вытащил чашку с водой и оставил еще на 3 часа. Мировой способ, если вам лень заниматься готовкой. Извините, феерия вкуса. Даже убеждать вас не буду. Попробуйте, и вы со мной однозначно согласитесь. Спасибо за компанию. Всем пока.